Она словно греческая богиня. Мой образ, конечно, идет прежде всего изнутри, может быть, даже где-то из моей семьи. Я знаю, что арфа и арфистки ассоциируются с таким образом, в котором, может быть, предстаю я, но это идет именно изнутри. Ее игра на арфе завораживает. Попасть в театр оперы и балета – это, на мой взгляд, самое почетное и значимое место для музыкантов в нашей стране. Частью оркестра, конечно, быть очень волнительной. Я не скажу, что сложно. Это наша профессия, нас этому учили. И как профессионал мы обязательно должны сыграть без ошибки, вовремя. Героиня программы еще и обучает детей игре на этом инструменте. Заниматься нужно, конечно, каждый день. Мы все занимаемся каждый день. У нас дома у всех есть инструменты. Это обязательное условие для того, чтобы учиться в нашем колледже. В проекте «Белорусы» арфистка Вероника Гробовская. Смотрите в пятницу только на нашем канале.